дурдом полный. Это, оказывается, была первая фильтрация всяких южно-восточных. Отстоять нужно было мне две очереди. На первых воротах меня не впустили. Там тетенька подходила сзади, говорила сразу это. Все, кто не граждане РФ, сразу типа валим. Какое-то там что-то вас не слышно, неужто? Какое-то отделение, типа, проходим там. Вот, я поперся в это отделение, оказывается, никакого отделения нету. Встал во вторую очередь, снял шапку немного, как бы, стал больше на славянского похож и на вторых воротах зашел. Вот. Дурдом полный. С Новым годом! Сейчас каких-то китайцев пускают, а именно каких-то там... Давайте сейчас вместе с нами будем южно-восточных всех. Нифига. Вот, так что мы сейчас тут идем на площадь. Время у нас без 15:12. Поэтому сейчас тут посмотрим, что тут. Можно уже начинать пританцовывать, что-то я не вижу. Где ваши ручки? Так, там вот танцует кто-то даже.